Музыка сопровождает человека на протяжении всей его жизни, а предпочтения в выборе того или иного стиля зарождаются с детства. В честь Международного дня музыки, который отмечают во всем мире 1 октября, мы решили поинтересоваться у жителей Ульяновска, какую музыку они слушают и кто их любимый исполнитель. Классическая лучше. Бах, конечно, нет. Шопен. Я не могу сказать про моего любимого исполнителя, но мне больше нравится поп-музыка. Садко. И Маленин, наш любимый Киркоров. Меломан, абсолютно. Любую музыку. Любимый исполнитель. Дворовые песни. Вот тут сама в этот компьютер залезла, как вспомнила, у меня брат на гитаре играл. Вот, как вспомнил эти песни, то говорю, они не так у нас пели, по-другому стал петь, как они пели. Вот, напел с досы на выходной-то. LJ, новый. А, ну да. Вот. С этого, с Владивостока, по-моему, парнишки. Вот. Нормальные у него треки. Ну, мне больше нравятся барды. Вот, поэтому, да, бываем, вот ездим на фестиваль. Так что музыку мы любим все, всякую. Хоть старые мы, хоть какие. Песни любим всех.